Приветствую вас. Я, знаете, не думаю, что мы имеем право конкретно говорить вам о том, что вам делать в этой ситуации. Я не думаю, что мы имеем право советовать вам, что делать в этой ситуации. Потому что решение принимать только вам относительно того, как будет развиваться дальнейшая ваша жизнь и так далее. Это ваш опыт, и вам этот опыт необходимо получить. Так или иначе, в любом случае. Конечно, сейчас, когда интернет все больше и больше приходит в нашу жизнь, я думаю, что нельзя уже как-то игнорировать то, что именно он становится источником знакомства. Вот. Но видите ли, в чем проблема? Вам действительно страшно. И страх в данном случае это нормально. В данном случае страх это вполне естественное состояние, это защитная реакция, это защитный механизм ваш. И было бы странно, если бы у вас его не было. То, что мужчина зовет вас к себе в другой город, это не является, к сожалению, чем-то хорошим. Потому что, если бы мужчина хотел, чтобы вы были с ним, он бы, наверное, понял бы и сделал первый шаг к вам. Просто потому, что понимает, что девушке одной ехать в чужой город гораздо сложнее, опаснее, тяжелее, чем ему, мужчине. То есть, и поэтому вот это его поведение на самом деле, понятно, не очень. Исходя из этого, давайте подумаем, как можно было бы, не обижая вашего молодого человека, не показывая, ну, например, что вы сомневаетесь, допустим, в нем. Не показывая, что вы как-то боитесь его и так далее. Вот не показывая всего этого, как вам, значит, сохранить с ним взаимосвязь. Лично мне видится выход из вашей ситуации примерно следующий. Вам нужно сказать ему прямо, что вы хотели бы поговорить с ним вживую. То есть, либо по телефону, либо по скайпу. Ну, в общем, множество сейчас, слава богу, есть для этого средств. Услышать его голос, немножечко понять, кто перед вами. Ну и, в общем-то, получить первый опыт знакомства, скажем так. Мужчина, если он вас любит, он поймет ваше желание и с радостью вам предоставит то, чего вы хотите. Но если он не захочет с вами голосом взаимодействовать, если вы увидите, не увидите, точнее, от него этого желания, вот тогда повод для беспокойства, безусловно, есть. Ведь в этом случае, можно говорить о том, что мужчина, в принципе, не так сильно настроен на то, чтобы с вами активно взаимодействовать. Мужчина не так активно настроен на то, чтобы быть с вами, чтобы с
причастно с вами, ну и так далее, так далее, так далее. То есть дайте ему возможность себя проявить. Дайте ему возможность как-то дать вам подтверждение того, что он действительно готов, ну, на что-то более серьезное, чем сразу 20 раз к себе в город. То есть позвольте ему проявить себя. Вообще-то было бы неплохо, если бы вы сказали ему прямо, что, мол, вот я боюсь, боюсь ехать к тебе в город, а вдруг там что-то со мной случится, а я тебя не знаю, например. Ведь ничего такого в этом нет, абсолютно. Ну, совершенно нормальная реакция девушки на подобное предложение. Посмотрите, как он отреагировал. Посмотрите. Не нужно идти у него на поводу, не нужно бояться его потерять. Если молодой человек действительно вами заинтересован, он вас не отпустит. Если молодой человек действительно вами заинтересован, он сделает все, чтобы с вами встретиться. Но если нет, и вот это очень важно, понимаете, вот это очень важно, если нет, если он, например, по какой-то причине, допустим, или сомневается, или действует просто, знаете, вот не очень добросовестно по отношению к вам. Если так, то это нужно выяснить. И чем быстрее вы это выясните, тем лучше это будет для вас. Поэтому не стесняйтесь действовать так, как вы хотите. Не стесняйтесь защищать свои интересы. Не бойтесь этого. Это абсолютно, совершенно нормально. Нормально защищать свои интересы. Нормально бояться, нормально беспокоиться, нормально опасаться кого-то незнакомого. Совершенно. Вот то, что я хотел бы вам сказать по вашей ситуации. Еще раз повторю, может быть, вы решите сами для себя как-то поступать. Может быть, вы уже приняли решение. И тогда, если вы его приняли, и если вы готовы поступать так, как вы решили, это ваше право. Не отговаривать, не наоборот советовать вам ехать или не ехать, соответственно, я не буду. Я не думаю, что это хорошая идея. Вы взрослый человек, и я надеюсь, сами знаете, как вам нужно действовать, что вам нужно делать, ну и так далее, так далее, так далее. Единственное, что я хочу вам сказать, единственное, что мне хотелось бы вам напомнить, как бы немножечко просто, чтобы вы заострили на этом свое внимание. Почему и как получилась такая ситуация, что вы познакомились с парнем в интернете? Чем это вызвано? Что вы познакомились с парнем в интернете. Почему вы не познакомились с мужчиной реальным? Почему вы не пересеклись, не сошлись, не сблизились с кем-то, кого вы знаете, кого вы видели, с кем у вас могло бы быть нормальное развитие отношений? Почему? Вы говорите, так вышло, что познакомилась с парнем. А как вышло?
каковы субъективные факторы этого? Об этом, я думаю, важно тоже поговорить. Почему? Ответ прост. Потому что если вами движет сейчас и ваше переживание, когда вы вроде бы хотите поехать, и в то же время боитесь. Это ведь не просто так тоже. Значит, и то, что вы вообще познакомились с человеком в сети, вот очень может быть, что вами движет нечто негативное. Нечто связанное может быть. Я не говорю, что это обязательно так, но может быть. Нечто связанное, например, с неуверенностью в себе, со страхами и со значением молодого человека для вас. С особенным значением молодого человека для вас, которое и нужно для себя в первую очередь осознать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.